Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Самый быстрый и удачный рецепт пирога начнем сегодня с яиц. К ним добавляем стакан сахара. Для всех измерений сегодня у нас не весы, а именно стакан объемом 200 мл. Далее половина стакана очень мягкого сливочного масла. Добавим еще стакан 10% сметаны, щепотку соли. И на этом же этапе, если хотите, добавляйте ванилин или ванильный сахар. Все это перемешиваем с помощью венчика ручного или обычной вилки. Миксер совершенно не нужен. Отдельно перемешаем 2 стакана муки и пакетик разрыхлителя. В жидкую основу теста добавляем почти сразу всю муку. Учтите, что мука бывает разная, поэтому мы не добавляем ее всю сразу. И только после перемешивания смотрим на густоту и добавляем остатки, если требуется. Посмотрите, вот такая консистенция должна быть. Ровно 2 стакана объемом 200 мл у меня ушло. Стакан вишни без косточек, без сока. Если есть сок, лучше его слить. Смешиваем со столовой ложкой крахмала. Крахмал подойдет и кукурузный, и картофельный. Перемешиваем. Каждая ягода должна быть покрыта белой оболочкой. Если вишня крупная, либо слишком водянистая, то лучше ее добавить чуть меньше. А хотите, и вовсе замените смородиной. Такое тесто сочетается с любой ягодой. Перемешиваем недолго. Ягоды с тестом. Они должны просто распределиться, но при этом не помяться. И к этому времени духовка уже разогрета. Остается перелить тесто в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом. У меня квадратная, также можно использовать разъемную. Диаметр 22 см как раз подойдет. Ставим пирог выпекаться в духовку. Температура 180 градусов, если духовка у вас газовая. Если используете духовку не газовую, а электрическую, как в моем случае, температуру ставим меньше, 170 градусов. Низ плюс конвекция. Время выпечки около 40 минут. Когда пирог чаю с вишней будет готов, то его середина лопнет слегка и поднимется горкой. При протыкании в центре палочка сухая. Открываем духовку, выключаем, даем так пирогу постоять 5-7 минут. Затем достаем и переносим на решетку, чтобы снизу он не намок от собственного тепла. Даем слегка остыть и по желанию посыпаем сверху сахарной пудрой. И посмотрите, какой он по-домашнему аппетитный, румяный. А как хрустит эта корочка. Внутри, напротив, воздушное, нежное, вкусное, в меру сладкое тесто. Полностью пропеченное, ягоды не помешали. При этом все ягоды сочные, с легкой вишневой кислинкой. К чаю получается идеально и просто. Делитесь рецептом с друзьями, ставьте нравится, жду ваши комментарии, это лучшая благодарность от вас. Пока!